Тем временем сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, который за сутки совершил серию краж в Каспийске. В дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о кражах, и все они были совершены по улице Ленина. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города. Он сообщил, что ночью через окно проник в магазин одежды и взял из кассы деньги. Аналогичным образом забрался в кафе неподалеку и похитил наличные из женских сумок работниц заведения. Пытаясь совершить очередную кражу в соседнем магазине, злоумышленник нечаянно разбил витрину с парфюмом, после чего спешно покинул место преступления, испугавшись, что на грохот могут сбежаться очевидцы. Общая сумма причиненного ущерба составила более 160 тысяч рублей. Вы ранее судимы? Да, не адвокат. По каким статьям? По 158. Сейчас за что в отдел полиции доставлены? За кражу. Ну, расскажите, что за кражи? Кражи, как сказать, массового характера, то есть взял, зашел в три, по Ленину, зашел в три магазина одновременно, и потом в другой магазин зашел, потом в ноябре украл велосипеды, и все, вроде. А что за магазины были вообще? Куда вы магазины, заходили? Название точно не помню. В одном продается косметика, в другом вещи и другое кафе. И который до этого, до этих трех магазинов зашел, это был магазин одежды тоже. А какие суммы вы там взяли? 8 тысяч, 4 тысячи. В одном ничего и в другом тоже ничего. Дыши просто разбил, когда окно открывал.